Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. И с вами я, домохозяйка Алла. Неспроста я стою около этого шкафчика. Кто впервые зашел на канал, для тех поясняю, что у нас с дочерью, со старшей, есть коллекция вот такая алкоголя. 50 и 100 миллилитров емкости. И почему подошла сегодня сюда? Купила два экспоната новых. Вот перцовая полевая и такая же водка полевая. Понравилось мне просто из одной серии. Думаю, нужно взять. Вот. И еще задавали вопросы, как долго у нас хранятся экспонаты. Экспонаты не пострадали еще ни одного шкалика. Это я вам говорю точно. Вот с того момента, как мы начали собирать эту коллекцию, ни один шкалик не пострадал. Сейчас у нас их 45 штук на данный момент. Год назад, наверное, мы начали собирать. Но очень мало. Вот в основном-то мы акцент делаем на 50 миллилитров. Но их очень мало почему-то у нас. В основном все-таки вот такие 100 миллилитров. Ну, вот такие вот 100 миллилитровые бутылочки. А по 50-то очень мало. Вот. И вот там вдалеке зацепились наши фужеры свадебные. Совет да любовь. Вот, им уже тоже. Нет. Это нам не на свадьбу дарили, а на венчание. Но все равно 15 лет уже им. Даже не разбили при переезде. Так, ну ладно, заболталась. Ну, еще уж зацеплю вот такое дополнение к коллекции. Тоже, кто не знает, у нас есть еще мыльная коллекция. И за 8 марта появились вот такие экспонатики. Вот такой... Такая собачка беленькая. Это мыло. Отсвечивает немножко. И вот такие пиончики. Пиончики — это ручной работы. Делала Женина одноклассница. В общем, вот такие еще дополнения для наших коллекций. Кто меня давно смотрит, знает все наши коллекции. Ну, а кому интересно, заходите на канал. Подписывайтесь. Все влоги про коллекцию у меня есть. Вернее, влоги про все коллекции у меня есть. Еще и фарфоровая коллекция. Ну, на этом буду говорить вам до свидания. До новых встреч. Пока-пока, мои хорошие.